крышу выкинуло сюда. Ну хороший тогда взрыв был, если получается. Вот они сотни 100 миллиметровых снарядов. В каждом где-то ну килограмм по 7 тротила. Полтона тротила ухнула. Туся, ты меня держи за руку, пожалуйста. Когда получается его потом уже засыпали, да, землей? Значит, потом здесь была воинская часть, вот смотри, вот траншеи. Видишь? Это вторая линия траншеи. Первая уходит прямо вот под этот холм. Они входили, скорее всего, в дот. Но мы сейчас чуть-чуть немножко пройдемся, то я покажу. Тут много копать, если копать. А мы легких путей не ищем. Очень прилично. Ты была в 56-м? Это вот возле Верхнесадовая. И возле дороги белый дот, который там красную табличку поставили, он был под крышу засыпанный. Сейчас полностью вычищен. Именно там мы пушку нашли. Как раз такую же самую 100-миллиметровую пушку, как стояла здесь. Б-24 с подводной лодки. Может, что-то можно найти. Может быть, не знаю. И кого там? Ну вот кого-то почти наверняка. Вот особенно если вот эти вот все траншеи немножко засыпать, отрубить. Потому что здесь ребят полегло очень много. Они удержались. Они вот с этого склона не ушли. Румын здесь полегло. Ну, после немцев пошли румыны. Румынам дали этот участок. Румын полегло много, наших полегло много. Вот. И прорвались дальше за них. Соединились с немцами в тылу. И вот этот вот участок, английское кладбище и английский лагерь, оказался в окружении. Второй батальон дотов и дзотов, капитана Губича, оказался окружен. Вот, поэтому фактически они здесь либо полегли, либо были вынуждены остаться. Да. Среди пленных мы их не нашли. Практически не нашли. Значит, они все легли. Значит, легли вот все они здесь. Доброе утро. Да. Там яма, не ходи туда.